Расскажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас? Сейчас более нормальная обстановка, слава Богу. Мы ждали эти борта, чтобы нас увезли. Рады? Да, очень рады. А что думаете насчет вот входа миротворцев? Я думаю, все будет хорошо. В Казахстане все наведут в порядок, очень все. Спасибо вот большое. Самая положительная, радостная весть была о том, что такая обратился к Путину, что ВДКП отправляет миротворческие силы. Вы знаете, было счастье? Я у дедушки и бабушки был. Вот, где живут. Страшно было, конечно. Интернет нет, информации нет, связи нет. Вот. А Россия нам, мне очень помогла, как граждане России. Франция, когда ситуация плохо понимали. Вот, и хорошо, что нас Россия помогает. Что вот подумали, когда услышали, что российские миротворцы заходят? Ну, я был рад, понимаю, что уже будет чуть получше ситуация. Вот это была хорошая, позитивная информация.